Здорово, ребятки! В этом видео мы обучимся нереально эффектному фокусу с картами, который просто вынесет мозг вашим зрителям, потому что это будет очень быстрый фокус. Это реально будет самый быстрый фокус в мире. Ну, я не знаю, может кто-то знает еще быстрее фокус, но мне кажется, что быстрее этого нету. Это вроде бы разные, ну как бы название этого фокуса я не знаю, честно говорю. Есть вроде разные варианты, типа там дикая карта, неуловимая карта, что-то типа того. Кто знает реально оригинальное обучение, напишите в этом комментарии обязательно. Фокус выглядит примерно так. То есть смотри, запомни вот эту карту. Окей, смотри. Бам, вот. Да. И типа мы уже нашли карту зрителя. Если бы кто не понял, то зритель выбирает типа любую карту, мы ее где-нибудь теряем, делаем веер, такие бам-бам-бам-бам, и достаем ее из центра. Реально очень крутой фокус, ребятки, все ставьте лайк. Даже если вы знаете этот фокус, все равно ставьте лайк, потому что он реально классный. Пиши комментарий, я знаю этот фокус, и я поставил тебе лайк. Потому что, ну, как бы, реально, этот фокус очень как бы, быстрый, лаконичный и, в принципе, интересный для зрителя и для всех. Для этого фокуса вам необходимо научиться делать две вещи. Первая вещь – это как бы сам фокус, но не фокус, как бы веер. То есть как бы простота заключается в том, что вам не надо, как это так сказать, вам делать двойной веер. Немножко корявый, но не важно. Да, вам надо сделать обычный веер одной рукой. То есть одной рукой, двумя руками. То есть взяли, оп, сделали. Сейчас мы более подробно рассмотрим, как сделать веер от первого лица. Более подробно веер выглядит таким образом. Взяли колоду, перемешали, оп, и сделали веер. Еще разочек. Взяли, шик. Положение карты примерно вот такое, вот так вот. Держим колоду. Ну, по крайней мере, вот так вот держу колоду я. Да, вот так вот. В таком положении, очень странном. И большим пальцем делаем такое движение по часовой стрелке. И если хотите сделать классный веер, делаем так и левую руку против часовой стрелки. И это все совмещаем, и получается у вас очень классный веер. Потому что так получается не очень классный веер. Вот так, сейчас, я, кажется, сделал два раза классный веер. Вот, это классный веер, это не классный веер. То есть, как бы, разница в том, что здесь у вас еще карты тоже, да, раскрываются, допустим, вот так. Так реально выглядит более красивее. Ну, это как по мне просто. Окей, и самая главная часть, что вам надо сделать, самый беспалевный контроль. То есть вам не надо делать подснятие капитана очевидности или там какие-нибудь непонятные флориши, там, не знаю, подснятие, еще какая-то хрень. Вам надо реально просто сделать все очень быстро. Взяли, то есть карту зрителя взяли, например, тебя потеряли, она у нас уже вверху. Сделали веер, показали, что смотри, типа, твоя карта где-нибудь здесь. Оп, 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 и достали его карту из центра прям. То есть еще разочек взяли, например, карта зрителя здесь, взяли, бам-бам-бам-бам. Все. И нашли карту зрителя. Зритель реально просто в шоке, он ничего не понимает, как так произошло. Как бы реально, этот фокус не тот фокус, на который вы должны ставить ставки. Это так, быстро вы подошли, быстренько тебе сказали, ну удивили, такой, оп, сделал пружиночку, там еще какой-нибудь, не знаю, там выстрел, там бам-бам-бам, что-нибудь покрутил, сделал какую-нибудь сменочку, еще одну сменочку, там, не знаю, перевернул, выбрал карту, он ее запомнил, ты ее с центра достал и все. Это не тот фокус, от которого все просто сойдут с ума. Это реально обычный простенький фокус, но для которого надо научиться делать нормально пас. Без паса, ребятки, никуда. Кто-то скажет, что есть очень много других контролей. Но, ребятки, ну пас, это же реально очень классно. Берете и бам-бам, и фигачите этот пас. Просто взяли, бам-пас, все. Бам-пас, все, реально это, как по мне, это самый крутой контроль, который вообще можно. Да, есть крутые контроли, но, ребятки, от паса никуда не уйти. Вот такое, короче, у нас, ребятки, быстрое, классное видео с крутым, быстрым фокусом. И, ребятки, всем пока. Не забываем ставить лайки и писать комментарии.